По-настоящему взрывным получился профессиональный праздник у отдела спецназначения «Росы». Бойцы спецназа «ГУФСИН» в честь 25-летия подразделения устроили показательное выступление. Какими качествами должен обладать настоящий спецназовец, выяснил Владимир Сороковых. На плацу подряд разыгрывают несколько боевых сценариев. Первый – защита высокопоставленного чиновника. Здесь против нападающих в ход идут гранаты. Другая легенда – нападение на автоколонну. После короткой перестрелки бойцы прибегают к помощи специально обученной собаки. Как говорят сами военные, чтобы достичь мастерства в таком нелегком деле, нужно постоянно работать над собой. Это борьба с самим собой. Преодолевание каких-то испытаний, ну, это в большей степени связано с испытаниями физических нагрузок. Каждый день мы занимаемся, несмотря ни на какую погоду, ни на погодные условия, невзирая ни на что, мы занимаемся спортом. За выступлением профессионалов наблюдают юные бойцы из патриотического клуба. Максим Третьяков пока только мечтает стать таким же сильным и выносливым. Но кое-чему школьник уже научился. Вместе с товарищами они демонстрируют разнообразные приемы, в том числе по разоружению противника. Учебная программа освоена на отлично. 9-летний Максим Третьяков говорит, такие упражнения помогают ему физически развиваться. Когда я первый раз пошел в клуб, несложно было сжиматься. Подтягиваться, бегать. А теперь не стало все легче. Основные задачи спецназа «Росы» – пресечение преступлений на территориях исправительных колоний, розыск бежавших преступников, освобождение заложников. В 1994 году бойцы отряда провели операцию по освобождению людей из захваченного заключенными СИЗО номер 1 Екатеринбурга. Тогда, благодаря четким действиям военных, никто из заложников не пострадал. Как отмечает руководство подразделения, высокий результат на боевых операциях напрямую зависит от постоянных тренировок и таких показательных выступлений, как сегодня. В боевой ситуации возникает очень много сложных моментов, из которых нужно выходить с честными и с достоинством. Если человек не будет готов физически, морально, то, естественно, он не сможет выполнить ту задачу, которая ему поставлена. За четверть века своего существования отряд спецназа «Росы» 27 раз выезжал в зону боевых действий на территорию Северокавказского региона. Там бойцы принимали участие в разминировании зданий, сопровождали грузы с гуманитарной помощью, уничтожали группы боевиков. Девиз «Росов» – любая задача в любое время. Владимир Сороковых, Радик Аскаров, События ОТВ.